и они спят очень в правильном состоянии. Потому что главная суть сна, она заключается не в том, чтобы проспать 8 часов и набраться физических сил, ни в коем случае. Сон – это духовная подзарядка, чувственная, энергетическая. Если ты знаешь каналы, пики, когда спать, какое должно быть у тебя окружение, аура, и ты знаешь, где такие места, то тебе будет достаточно 4 часов в день. Но самое важное, что я понял, что нужно хотя бы один раз в день бывать в таком месте и спать от получаса до часа. И это очень сильно подзаряжает. Никаких 8 часов тебе не надо. Ты спишь гениально. Спи гениально.